Сергей, добрый день. Добрый день, Андрей. Хотелось бы тебе показать одну идею изготовления подставки для ножа, с тобой ее прокомментировать и сделать пробный вариант. Вначале вылепить ее из пластилина и подготовить вариант ее изготовления из латуни или из камня. Вот как ты это можешь идею эту прокомментировать, Ну, волну эту сделать. идея хорошая. Я думаю, что нужно ее делать более восточном стиле, чем в таком, ну, то есть в нашем понимании волна, в европейском. Вот какая-то сплошная такая стена. Здесь нужно сделать так, чтобы и вес был небольшой. Вот. Была устойчивая конструкция и в то же время ажурная. Вот. Ну, я думаю, что более восточному такому стилю, китайскому, может быть, там. У них такие ажурные волны с брызгами, все это, например, в том же камне или в дереве, в слоновой кости то же самое. Вот. Ну, более-менее устойчивая конструкция. Но хотелось бы еще, чтобы разного примерно размера ножи, вот, или разной формы, Ну, тоже они здесь вставали. тут, например, от высоты этой подставки, Так. вот, я думаю, что короче нож смысла не имеет сюда ставить. А вот эти ножи длиннее, они будут держаться, потому что у нас есть упор, и здесь узел такой, который будет держать нож, и сама собственная подставка. Вот. То есть это будет снизу такая огибающая волна, кончик лезвия, а в районе ручки это будет такая верхняя часть волны, и она будет являться упором Да, ну для ножика. тут надо делать эскизы, вот, какие-то варианты прикидывать, а потом уже лепить, и в пластилине тоже видоизменять ее так, чтобы это было и оригинально, и в то же время устойчиво. Вот. И как можно больше, так сказать, выкинуть лишнего, вот, для того, чтобы конструкция была легкая и устойчивая. Вот, еще раз повторяю. Отливать латунью, наверное, потому что это дешевле бронзы. Вот. Легче тиражировать. Легче тиражировать, потому что. А если случится заказ, то легче будет с заказчиком разговаривать на изделие в камне, если человек захочет, правильно? Ну, камень это материал дорогой, смотря из какого камня. Из дешевого, если камня. Ну, тут немножко тогда уже волна должна быть, ну, видоизменена, потому что такой сложности, вот, в дешевом камне сделать трудно. А в дорогом можно, но будет дорого это. Ну, у людей есть деньги, и у Только, них разные ну, только, разговоры про ну дорого и да, дешево ну, у каждого. это нужно коллекционера искать, тот, чтобы с этой ценой согласился, потому что, учитывая сложность и длительность выполнения заказа, ну, конечно, можно и в камне, да, вот, например, в нефрите, вот, потому что нефрит, он идеально подходит для подобных работ. Волна, море, нефрит по цвету сочетается, так сказать. А какой бы нефрит был, белый или зеленый, или черный, какой бы ты? Ну, черный, наверное, не нужно, я думаю. Вот. А вот светло-зеленый, он бы подошел идеально. А если из хрусталя, Из хрусталя. из горного, Ну, из кристалла? опять-таки, это совершенно другая должна быть форма волны, конструкция. Вот. Тут тоже надо что-то делать более такое монолитное, без всяких этих, ну что ли, ажурных деталей, потому что хрусталь просто не выдержит. Будет очень хрупкая подставка. То есть, Благодарю за идею. то есть в обращении она будет
за комментарии идеи. Да, очень сложно. А можно теперь ее попробовать отрисовать? Ну, конечно, постараюсь и отрисовать. Угу. Пожалуйста. Вот общая форма. Ну, как бы я, например, угу, сделал это. Вот такая какая-то конструкция. Угу. Вот. Вот нож должен идти как-то вот прямой. Угу. Что-то надо начинать с основания, если у нас это основание. Угу. Вот. Эта волна должна начинаться вот так. И вверх подниматься таким вот образом каким-то. А здесь вот эти ажурные брызги. Вот. Волна, она вот такой вот должна быть, не монолитной, а какой-то вот такой вот ажурный, вот, вот что-то такое. И здесь вот эта пена, то есть нож стоит, он вот рукоятка ножа, вот, вот лезвие, вот, вот таким вот образом, то есть вот рукоятка, вот лезвие, вот такая волна, вот такая. Вот это основание. Считаем, что вот это основание. А вот это вот волна. Ну, что-то вот такое, потому что в эскизе показать это трудно. Это вот нужно на модели. Вот, когда человек лепит, он уже может что-то изменить, добавить, переделать, если это нужно будет много раз, пока не добьется желаемого результата. Я думаю так. Угу. То есть теперь уже можно поставить ее вертикально, этот эскиз, и начать попробовать что-то лепить из пластилина. Что-то вот я такое. Правильно понимаю? Ну да. То есть можно уже распаковать этот наш кубик, который уже в кадре всех извел. И теперь уже можно начать лепить. Конечно. Готовое изделие. Благодарю.